Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк. У нас было обновление, но оно прошло. Наш черепаший остров. И вот такой вот подарочек мы на нем получили. Хрустальная черепаха. Это призовая постройка с полезными крафтами. Но мы же ее даже не посмотрели. А почему? Надо исправлять. Открываем. Всего 5 страниц. И мы можем менять и интересные вещи. Кварца 5 раз мы можем поменять по 50. 7 штук черники, ну это как-то они пожадничали, скажу я вам. 5 шоколадок, 2 штуки плюс 20, на нас сэкономили. 4 солнца, 1 штука, 1, не 2, не 3, 1, опять 1 штука. 3 стимулятора, 3 монетки и всего 1 динамитик, маленький такой, на 100. Ну, скромно. Очень скромная хрустальная черепаха, скажу я вам. Жалко, печально, могли бы дать больше. Ну, вот такой вот подарок мы получили. И на этом все. До новых встреч.